будто теплые дожди стучат по крышам. Как наступает новый день в разгаре лета, как тенью делается тень в лучах рассвета. Распахни свое сердце, приветствуй день приходящий. В конце 70-х народных любимцев объявили врагами Родины и партии. Популярнейший дуэт – семейная пара, песни которых «Алеша», «Соловьи» и «До свидания, мальчики» знала наизусть вся страна, в одночасье потеряли все. Знаменитую пару лишили званий, из продажи были изъяты и уничтожены все их пластинки и кассеты. Мужа исключили из партии. «Да бросьте вы ее, эту предательницу, эту сионистку», уговаривал его представитель органов. «Не портите себе жизнь, пусть она катится к чертовой матери, но вы-то...» И тогда на увещевание сотрудника КГБ прозвучал ответ, ставший впоследствии их девизом по жизни. Свое сердце, приветствуй день приходящий. Даже если ее поставить на один конец земного шара, а меня на другой, и развернуть спиной друг к другу, мы все равно вместе возьмем дыхание. Мы не можем не петь вместе, мы не можем не жить вместе. Это исключено. Распахни свое сердце, распахни свое сердце. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе «Семейное счастье» пара, которая пронесла и сохранила свою любовь вопреки всем трудностям и лишениям. Итак, народные артисты России Алла Иошпе и Стахан Рахимов. И с вами я, ведущая программы «Семейное счастье» Елена Север. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Леночка! Здравствуйте, наши дорогие зрители! Вы вместе вот уже 50 лет. Скажите, пожалуйста, как вам это удалось? Вы знаете, я вообще настоящая жена узбека. Он сказал, мы разные. Я говорю, мы разные. А вообще-то... Если бы она так не говорила, то 50 лет не было бы. То есть это все-таки ее заслуга? Вот умница. Конечно, моя заслуга. Вообще мы женщины, это все наши заслуги. Нет, вы знаете, я должна сказать одну вещь, что нас объединила музыка. А если музыка и любовь, то это, конечно, очень сильно. Это определяло и наши будущие проблемы, и ревности, и сложности какие-то, может быть, и на сцене, потому что все время то одно перевешивало, то другое. Но когда мы пели концерт, мы понимали, даже не думали, что мы можем расстаться. Просто без этого было невозможно. Это была наша жизнь, это осталось нашей жизнью. Более того, я считаю Стахана, может быть, я забегаю чуть вперед, очень человеком необыкновенно талантливым. Хочется спросить вас, то, что, может быть, не все телезрители знают историю вашего знакомства. Как вы познакомились и сразу ли вы поняли, что вы половинки одного целого? Понимаете, у нас все непросто. Я была замужем, Стахан был женат. У нас были совершенно самостоятельные семьи. И вопрос о том, что вообще я могу выкинуть такой фортель и поменять мужа, даже в голове не укладывался ни у меня, ни у моих родителей. Я пела в концертном в одном из залов наших, в оркестре Крэмер, вот такой оркестр легкой музыки МГУ. Я была студенткой университета МГУ. И был очередной концерт. Я, как всегда, заканчивала эти концерты. А Стахану сказали, вот его пригласили на этот концерт, сказали, ты послушай, там есть девочка такая интересная. И, в общем, что ты скажешь об этом концерте, о солистах? У Стахана была такая программка, она где-то есть. И в этой программке он взял и меня так в круг отчеркнул. Вот так я всю жизнь в этом круге сижу. И так он меня услышал. А я его услышала
по телевизору, он пел свое потрясающее арабское танго. Я чем-то занималась в доме, уборка какой-то. И вдруг я услышала эти звуки, я остолбенела, никогда не слышала. Действительно, он пел, как молился. Это была фактически молитва восточная, необыкновенной красоты, необыкновенный голос. Он пел, закрыв глаза, совершенно чужое, странное, чужое, в смысле непривычное для меня лицо, парень молодой, такие звуки. И потом мы случайно встретились уже на конкурсе в колонном зале. Как раз вот весной будущего года будет 50 лет. И мы были конкурентами. Должна была быть только одна первая премия, но жюри ничего не могло сделать и разделило эту премию пополам. Ну, а дальше уже все понятно. Женщина не может остановиться на половинке. А как ваши родители отнеслись? Как они восприняли эту новость? Очень тяжело, потому что, во-первых, у обоих у нас семьи. Моя мама с папой прожили 57 лет уже вместе, и для них это была катастрофа. Но они не вмешивались. А как у мамы Стахана, ты расскажи, что она сказала. Мне сказать можно что-то? Можно. Мама моя, конечно, была активно против того, чтобы я женился на москвичке. Надо было ему... Она мне говорила, как ты, какой тут целая республика у тебя. Поклонец, да. Мне нечего тебе там. Ну, что-то уговаривал я ее. Я говорю, конечно, она москвичка, но все-таки говорю. Она случайно, я сказал, все-таки говорю, она... Кто она? Еврейка она. Мама что-то так задумалась. Но все это решила не эта Стахана, все решила сцена. Ну, это уже потом. Она же тебя не слышала до того, как я ее уговаривал. И вдруг она говорит, через какое-то время говорит, ну ладно, говорит, все-таки своя. В смысле, нацмена. Нацменьшинство, имелось в виду. Но самое главное, она все равно. Нет, она, конечно, всегда была против. Пока не видела нас. Но пока не увидела нас на сцене. А как это произошло, помните? Это произошло в Москве. Нет, попытка. В Узбекистане. Я помню, как она сидела во втором ряду. Нет, это уже потом. Ну, я не знаю. Приезжали на гастроли. Но, тем не менее, она лицо как-то светлело, она подтягивалась. Она актриса талантливейшая, Шахадат Рахимова. Изумительная актриса, настоящая. Талантливая певица. И она понимала, что вот то, что происходит... Простите, как она помнила, что это что-то особенное, это нечто. А моя мама с папой, когда услышали, мой папа сказал, все, Манечка, он ее называл Манечка или Мария, мы ничего не сможем сделать. Это их судьба. Первый раз в любви признаться, первый раз друг другу сказать. Как все это выразить словами? Нету слов, слова приходят сами. Если любить так, если любить, как это выразить словами? Нету слов, слова приходят сами, если любить так. Попал Рахимов. А для вас было важно, чтобы вот родители Аллы Яковлевны вас приняли? Ну, безусловно, как же иначе? У него потрясающий был отец, мудрец такой, знаете, как это у евреев говорят, ребе. К нему все ходили советоваться. Ну, конечно, мозги у него были сумасшедшие. Но, тем не менее, мы пожили, я был в Лефортово у себя в общежитии, потом, значит, переехал
на Бронную хватило меня на 2 месяца жить вместе с родителями. Это папу хватило? Нет, меня хватило. Он сказал, дети должны жить отдельно. Не-не, потом я как-то так сказал Оле, говорю, давай, либо мы уходим сейчас, либо я ухожу совсем. И что ты такое говорил? Да. Не может это быть, Рафик. Это я помню. Ну, ты всегда все хорошее не помнишь. Я плохое не помню, дорогой. Так, в общем, я вышел, и она за мной тоже. И мы ушли. Ну, это вы можно я скажу, вот это Малая Бронная. Малая Бронная, мы вышли со двора, повернули направо. Еще раз повернули направо, это оказался Казихинский переулок. Вот. И вдруг увидели маленькую записку. Сдается, значит, комната. Вот. А эта комната была в проезде. Знаете, вот сейчас в домах проезда. В проезде и тут же дверь. Зашли это туда, был... это был кошмар. Это был кошмар. Там, значит, стены отдельно, полы отдельно, вот такие щели. Мы сделали так, в первую же ночь я купил керосин и ДДТ. Это вот такое было отравляющее вещество против крыс. Красиво. Вот, залил, развел все это в тазике с керосином. И по периметру комнаты, значит, залил. И мы решили, кто кого, или да, они нас или залил. И мы легли спать в этот кошмар. Что будет, то будет. Любовь выдержит все испытания. Конечно. Да, но тем не менее я скажу, что большая заслуга Аллы в том, что буквально через неделю уже эта комната выглядела как жилое помещение. Второй... Ну, какие-то занавесочки начала вешать, какие-то скатерочки, какие-то покрывалцы. В общем, чисто женское такое, знаете, мешать. Так вот я хочу сказать, что я помню только одну из этих милых подробностей, как папа на санках перевозил нам туда тахту. Это уже потом. Как папа на чем мы спали, Рахимов? На чем-то спали, но не на тахте. Рахимов, мое соло, дуэт потом, ладно? Чуть-чуть. Потому что я слушай, хочу сказать... всю жизнь дуэт, а теперь у тебя соло. Как это? Можно? Чуть-чуть. Все-таки узбек есть узбек. Дело в том, что папа с самого начала сказал Мане, моей маме, Мария, дети должны жить отдельно. Им надо строить свою семью. Тем более, что они все-таки уже у них семьи были и все разрушилось. Видишь, как им ты надо снова начать. Все переворачиваешь. И он нас, собственно, сопроводил на эту историю. И мама нам отделила ложки, вилки. Но мы были так счастливы, потому что перед этим мы очень долго гуляли по Москве, взявшись за руки, смотрели на окна. Там абажур, там свет в окне. Мы думали, Господи, неужели у нас когда-нибудь будет свое окно, свой абажур? Поэтому для нас абажур – это солнце, свет, тепло, дом. Везет в любви не каждому, а нам везло отчаянно. От холода внезапного мы в чем-то разуверены. Давай начнем все заново. Давай начнем все заново. Давай начнем все заново. Еще не все потеряно. Ну разве мы случайные прохожие? Пускай немного разные, но в общем так похожи. Его одарил Бог, а Стахан одарил меня. Он одарил меня своей любовью, своим вниманием, которое мне очень нужно, во-первых, как всякой женщине, а во-вторых, как артистке. Вообще ведь очень редко может семейная пара сохраниться, которая на сцене вместе. Да. Это совершенно другой институт жизни. Но вот я считаю, что во многом это его заслуга. Понимаете, надо, наверное, на шаг, на 2, на 5 все-таки смотреть вперед. Я так много сейчас узнаю о тебе, мой дорогой. Но я каждый раз тебе говорю разное, поэтому тебе со мной интересно. Хитрый узбек, а? Хитрый. Вот ваш секрет вашего совместного двуколетия, что вы еще до конца не знаете. Я еще не сказал, почему.
Существует несколько анекдотов по этому поводу. Я не знаю, всякий анекдот содержит в себе какую-то мудрость. Например, говорят так, вот как так получилось, что столько лет вы вместе и ничего. Ну, все мужика спрашивают. Он говорит, все очень просто у нас в семье. Моя жена решает там, что купить, чем кормить. Мелкие вопросы. Да, за кого выдать замуж, дочку там, я не знаю, купить ли автомобиль, и советует все. А я сижу тихо, спокойно, философствую, решаю. Глобальные вопросы. Да, будет ли революция в Китае, скажем, или что-нибудь еще. Это, конечно, анекдот, но в этом есть, как говорят, нет дыма без огня. Да не совсем так, я тебя перебью. Ну. Дело в том, что какие-то действительно такие вот бытовые вещи. А, как-то ты меня корректно перебила. Да, Маджарь, потому что я боюсь, что ты, я заслушаюсь и вообще ничего не скажу, понимаешь? А, тоже у меня Омар Хайям. Дело в том, что очень важно, если уж говорить серьезно, это вместе делать глупости. Вот мы столько наделали вместе глупостей, но мы не укоряли друг друга, потому что мы делали вместе. Иди там разбирайся, кто кому в голову пришло. Главное, что мы делали эти глупости вместе. Это очень важно. У меня есть рецепты такие специальные, как сохранить брак. Слушай, слушай, да, давай, я что-то не знаю про это. Читай классиков. Чуть говори. Надо обязательно, неважно, кто сготовил, если некогда что, но сесть за стол вместе с мужем, подать мужу. Пускай не ты изготовил, если тебе некогда, а кто-нибудь, кто с твоим помощником. Надо, чтобы у мужа было свое место за столом, у тебя свое. И даже гости, которые приходят, должны эти святые кресла, особенно кресла хозяина, не занимать. Алла Яковлевна, я хотела про семейные традиции вас спросить. Вы как раз рассказывали, что обязательно подать мужу, сесть за столом вместе. Это относится, наверное, так, к вашим семейным традициям? Конечно. И что, какие еще у вас самые важные, любимые традиции семьи? Он очень вкусно готовит. Я стараюсь эту традицию не нарушать. Он действительно вкладывает в то, что он делает, что бы он ни делал, он вкладывает очень всю свою серьезность, все свои отношения. Душу с вами. Душу. Обиды перемелятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Давай оставим главное. Давай оставим главное. Я знаю, что Алла Яковлевна пишет книги. Вы ее поддержите в этом? Как вы ей помогаете? Ну, она бы ничего не написала, если бы не я. В семье никогда в жизни ничего хорошего не будет до тех пор, пока люди не осознают, что надо уважать тех людей, которые находятся рядом с тобой. Да, правильно. Понимаете? Вот без этого уважения никогда ничего не будет. Да, книги. Вот начало, скажем, знакомства, увлечение, страсть, там все. А потом весь этот комплекс чувств должен обязательно покрываться уважением. Я очень бережно относился к тому, что Алла пишет стихи, что-то записывает. И вот, а я все теряла. А она все разбрасывает. И я как-то так старался, чтобы вот эти записные книжки, дневники, ежедневники, которые у нас есть, все это сохранилось. И это помогло как-то, сел, говорит, что-то хочется написать, надо. Я говорю, давай, начинай писать. И выложил и все, и
все установилось в памяти, она все это сделала. Это было началом. Это было началом. Потом уже я не выбрасывала записки. Я знаю, что вы иллюстрацией, да, занимались именно книжкой, да, иллюстрировали. Вы сами приняли это решение? Нет. Нет, это Алла меня заставила. Он ленивый, он очень способный человек, даже талантливый. Это вторая уже книга, которую он оформляет. Дело в том, что... Но это была ваша инициатива. Конечно, да. Потому что я знала, что он это может, и потом... Получается, я вам скажу. Вы друг другу, да, вот в этом... Он настоял, чтобы посодействовал тому, чтобы писали, да, а вы тому, чтобы он иллюстрировал. Дело в том, что у нас был период жизни очень тяжелый. Почти 10 лет мы сидели как в клетке. Вот я хотела бы, чтобы вы рассказали тоже поподробнее. Замороженные под колпаком. Как это произошло? Я хочу просто сказать, вы начали совершенно справедливо того, как мы превратились из любимцев в изгоев, да, можете слово, в этой стране. Это все произошло потому, что в 79 году мы подали документы к нашему, значит, соответствующим нашим органам на выезд из страны в связи с тем, что мне нужна была операция, которую не могли сделать в Советском Союзе. Нам повезло в жизни в том плане, что Алла вот... представитель европейского, скажем, да, я восточный человек, и мы объединились, и у нас получился концерт интересный в том плане, что она пела русские и советские песни, я пел свой «Восток», а потом в дуэте мы делали что-то такое совершенно другое, и получилось так, что мы интересные оказались для не только для нашего зрителя, но и для... представление нашего государства в других странах. Мы же видели полмира еще до того, как подали документы. Мы могли где угодно остаться. Нам было куча предложений. В Австралии нам предлагали работу. В Австралии вообще предложили нам остаться одним с Аллой, с тем, чтобы сделать на нас шоу какое-то сумасшедшее. Да? Мы этого ничего не сделали. Мало того. Наш зритель нас подвигнул к этому. Знаете, как это произошло? Очень просто. Пришло письмо Министерства культуры о том, что как же так? Такая популярная, любимая певица и с недугом. Проблемы с ногой, трудно выходить на сцену. Как же наше государство, такое великое, могучее, не может сделать так, чтобы вылечить Аллу Ёшпу? Ну и естественно, после такого письма, когда мне зачитали это письмо из Министерства культуры... Нас вызвали туда, да, пригласили, извините. Да, и начали, значит, вот такое что письмо надо. Есть, давай, что надо для этого. И начался футбол. Министерство культуры, госконцерт, Росконцерт, ЦК КПСС. Понимаете? И все футболят. Это их не касается, это не их епархия. Нет, сказали, у нас нет таких денег, да, послать вас на операцию. Ну, в общем, потом, значит, началось такое, когда я уже совсем отчаявшись сказал, давайте так решим. В оргкомитете, по-моему, ЦК КПСС, я поставил вопрос таким образом. Я говорю, давайте я вот все, что у меня есть в доме, я все продам, внесу деньги, раз у государства нет денег. Это не положено. Понимаете, вот у нас все было не положено. И как вам удалось дочь все-таки уберечь вот от психологической травмы, связанной с Не удалось. Она очень переживала, ее исключали из комсомола публично, из университета. Причем она была отличницей и пошла по моим стопам. Я психолог, по образованию вообще кандидат наук, нейропсихолог. Она поступила на психфак МГУ. И училась она блистательно. Проучилась она первый семестр, сдала все экзамены на пятерке. Потом вот так получилось, что мы решили свою судьбу таким образом, хотели решить. И там уже пошло над ней такое издевательство, где даже заставляли самых близких ее друзей, а это дети искренние, писать на нее всякие ужасные вещи. И кому-то давали выговор за то, что они с ней дружили. Ей сказали, пускай мама с папой едут, а ты оставайся, у нас же сироты, мы вас, государство сирот не бросает. На что она сказала, я не сирота, я буду с родителями. А с кем дочка до сих пор вот откровенничает, секреты рассказывает? Есть такое?
Кому больше? Вы знаете, что она уже настолько взрослый человек, наш внук уже совсем взрослый, он учится в Англии, уже совсем взрослый парень, Костя. Таня, она с нами откровенно собой, правда? У нее нет как бы секрета от мамы или от папы. Уже свои секреты все рассказаны. Дело в том, что это же понятно, мне она расскажет, естественно, я скажу Але. Или Але расскажет, она мне расскажет. Да, это нас... смешно, поэтому нет, у нас такого разделения нет. У нее есть всегда, знаете, какой секрет? Вот это я очень всегда возражаю. Если вот ей в чем-то плохо, она старается, чтобы мы не переживали. И это неправильно, потому что родители всегда окутают теплом, поймут и поддержат. Да, и у нас тем более единственная дочь. Ну, она, конечно, вся наша жизнь. И она настрадалась в чем-то из-за нас. Во-первых, мы все время ездили, для нас была сцена, все. Я тоже говорю, что артист – это профессия эгоистов. Потому что для нас сцена – все. Это как врач, как надо, позвонили, ты едешь, ты летишь. Вот. Но дочка это понимала. Она да? все понимала. Она все понимала, понимает. Но когда мы уезжали надолго куда-то, я говорила, Танюш, ну что тебе привезти? Что ты хочешь? Она сказала маленькая совсем. Хочу маму, которая не уходит. Да. Я так и подумала. Не уезжай. Не хочу маму, которая не уходит. Этим было сказано все. Мы же смелее дороги доброты. Не полнота любви заключена, тебя от неожиданной беды и оградит и защитит она. Мне всего милее, мне всего теплее, мне всего светлее эта доброта. Мне всего милее, мне всего теплее, мне всего светлее эта доброта. Насколько у вас часто бывают конфликты, бывают ли они такие серьезные? И как вы из них выходите? Кто первый? Кто вы первый, знаете, идет на примирение? Я вам сейчас скажу. Ссоры у нас бывают по пустякам. Но если серьезная ссора, то, конечно, это очень сложно. Нас мирил, конечно, мирила сцена, правда же? Мы могли не разговаривать. Ну а как тут не разговаривать? Не, ну надо же выходить, концерты объявлены, надо выходить. Там петь о любви. А после концерта как-то само собой. Даже на концерте, потому что когда уже на меня смотрел хитрыми своими глазищами, то, конечно, я понимала, что... Нет, я вам скажу, что вот это вот время, когда нас, как часто говорят, гнобили, там били машину, стекла, в общем, черт, мелочь такая. Гнусная. Да, гнусная такая мелочь. Алла начала больше писать. Вот тогда, по-моему, у нее началось песни. Ну, серьезно началось. Начала писать. А я начал резать по дереву. Вы с детства умели это делать? Нет, это все вот в период. Это, нет, в детстве я рисовал. Ходил даже в рисовальную эту самую школу. Это... Да вообще в детстве что такое не делал? Я и танцевал. Даже премии у меня какие-то были по танцу. А русский перепляс у меня был, смешно. Мы боксеры. Да, да, я в драм-кружках. Из хора меня, правда, выгнали сразу. Сказали, что ты не годишься для хора, голос торчал. Но, тем не менее, в дуэте он уникален. Да, нет, ну потом он солистом стал там все. А вы, кстати, на сцене вот довольно-таки статично. Да. Почти не двигайтесь. Как вам удается держать зал? А я вам скажу, что... Талантом. Нет, певцам. Раньше ведь система была простая. Вот сольный концерт. Нам говорят, райдеры, шмайдеры, там сейчас заведено это все. Мы просим за кулисами там зеленый чай, то-то, минеральную воду. Все. И кроме этого, партитура света, партитура звука, все как положено. В партитуре света, я говорю, концертный свет, все. И чтобы никто нам не мешал. Не дай бог, когда иногда эти светорежиссеры заводятся, там быстрые песни начинают мелькать, на что у нас реакция жесткая абсолютно. Не надо этого ничего делать. Нельзя
во время концерта отвлекать от исполнителя и от песни. Да. Вот это наш принцип. Видимо, поэтому так и получается, что у нас, в общем, мы статичные, действительно. Ну, у нас такой жанр. Дело в том, что нас назвали эстрадой во фраке в Австралии. И у нас песни многие близки к романсам. И даже быстрые песни, они у нас драматургии друг в друге. Мы, если берем песню, которая написана не для нас, или не мною, для нас, то тогда мы стараемся, чтобы мы сделали эту песню, опять же, совершенно по-своему. Она согреет умыслы твои, она взломает ненависти. Светлее эта доброта, не всего милее, не всего теплее, не всего светлее эта доброта. В начале 70-х говорили о великолепной пятерке советской эстрады. На самом деле их было шестеро. Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха и они, Алла и Ошпа, Истахан Рахимов. Ни один кремлевский концерт, ни один новогодний огонек не обходился без песен интернационального дуэта. Их называли «Эстрада во фраке». Мягкая, лиричная манера исполнения, негромкие, чистые, приятные голоса, неподдельная искренность. Зрители их боготворили, а вот коллеги недолюбливали. Я хотела задать вам такой вопрос. Как вы думаете, почему все-таки это было, что вас недолюбливали? Как вы думаете, провокационный вопрос. Да? Знаете, Стан, я скажу, как мне кажется. Да, да, конечно. Вы меня поправите. А я, да, это как партийная организация. Да. Дело в том, что мы настолько... Стан был прав. Он говорит, Алла, мы должны все время работать сами. Вот тут он не разрешил нам идти к Рознеру, он говорит, он на тебя смотрит не как на певицу, а как на женщину. Все, приговор. Мы не пошли ни в один оркестр. Мы сразу же... Стрэмл, Мюзик Холл, никуда. Сразу же, только сам. Мое есть мое. Он вообще такой собственный. Не, ну я хотел, чтобы была своя фирма. Да, наша. И вот мы... Поэтому я не могу сказать. Поначалу, да, когда нас стали приглашать на профессиональные концерты, а я училась в аспирантуре, защищала диссертацию, Стахан закончил МАИ, то они говорили, где вы взяли эту аспирантку, где вы взяли этого инженера, у них есть свой кусок хлеба, зачем они пришли есть наш хлеб? Вот такое было, нам рассказывали. Но мы не видели в дальнейшем, что к нам... Ну, ревность, конечно, была, успех был большой. Да, вот я просто... И потом мы были другие. Поэтому я понимаю этих артистов. Вот влезли мы в эту жизнь, в актерскую, совсем другие. И потом нас двое. Не у всех были устроены судьбы мужчины и женщины для мужа и жены. Нам можно было завидовать. Я понимаю это. Дело в том, что я не упрекаю действительно это. Мы совершенно из другой профессии. И у нас менталитет другой, не чисто актерский. Не спорили, не скандалили. Нам, как бы вам сказать, вот если бы телевидение вдруг проснулось, бы, скажем, да, проснулось бы и придумало бы такую вот рубрику, которая бы называлась «Нескандальные артисты». Как же, у нас был скандал? Нет. Ну-ка, расскажите. Нет, я расскажу сейчас. Сейчас, ладно. Это один единственный, и то не по нашей вине. Дело не в этом. Вот нескандальные судьбы, скажем так. Да? Вот так было, что мы никому не перешли дорогу, никого не обидели, старались помогать молодым артистам. Даже вот дуэтным парам, которые появлялись, мы старались помогать. Другое дело, что они не сложились, это уже вопрос второй. Конечно. Да? А очень трудно. А это очень трудно. Дуэт, да. Дуэт, это вообще что? Понятие такое. Знаете, ведь это не то, что вдвоем петь. Хотя на эстраде, кстати, это... не принято помогать, между прочим, тоже. Не скажите. Понимаете, существуют законы сцены, про которые мы не знаем. Я вырос за кулисами, но я был маленький.
А так существует, когда артисты друг друга стараются оттеснить. Это закон жизни, за это обижаться не имеет смысла. Ну, почему надо обижаться ведущему артисту, если подходит, скажем, другой исполнитель, не менее сильный и который еще помоложе? Естественно, его надо прикрыть. Вот вы хотели узнать... Учитывая свое влияние, да? Да. Можно прикрыть. Может быть, это все и было. Может быть, как-то втихаря нас и где-то чего-то кто-то давил. Когда мы спели «Хава Нагилу». Ну, снимались программы, скажем. Чистую, потрясающую израильскую песню «Ображая». Мы спели ее, а мы были аполитичны, мы были вне политики. Мы пели нашу лирику. Мы даже когда пели «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону», для нас это было прежде всего он и она, лирические герои, которые не могут быть своей любви, они расстаются, им надо обязательно выжить благодаря своей любви. О любви? А прочитали, наверное? Нет. Мы пели «Любви», и так все это читалось. Но когда мы спели «Хаву Нагилу» во Дворце спорта в Лужниках, что началось за кулисами? Прибежали из комитета культуры, еще, наверное, из каких-то комитетов. Сняли со всех программ. Да? Мы еще не были в отказе, мы еще не подавали документов. Это все потом нас заставляло. Почему такая реакция? А потому что, оказывается, с Израилем тогда у нас не было тех отношений, которые возникли потом. Мы все время отвечали на то, что происходило в нашей политике. А мы не понимали этого. Почему? В советское время было так, что должен быть 60-70% позитивного репертуара. А у нас лирика. А у нас чистая лирика. Мы считали, что это все равно позитивное. А мы выходили из положения очень просто. Очень просто. Угу. Мы пели лирику Великой Отечественной войны. Почему? Все. Это же замечательная была лирика. Как вы считаете, вы идеальная пара? Ой, что вы. Идеальных пар нету. Как идеальных людей, да? И не нужно, это было бы скучно. Мы спорщики. Мы любим поговорить. Но мне очень важно то, что Стахан, дай тебе Бог здоровья, ты, конечно, мудрый человек. Он понимает все мои какие-то сомнения, страхи. Ну и, конечно, сам со мной тоже делится, потому что такая работа успокаивает, безусловно. Но я не представляю себе, как было бы иначе. Понимаете, у меня дочь, вот, внук и вот сестра, и вот самая моя вся жизнь Стахан. Мне он очень дорог, и я это всегда говорю, и я очень счастлива, что он у меня есть. Стахан Умаджанович, а вы продолжаете ухаживать за Алой подарки? Да, делать. Он любит меня. Стараюсь. Нет, он очень любит. Говорит, ну давай тебе купим это, пойдем что-то. Он любит кофточку. Во-первых, я считаю, что моей жене все, что она не оденет, ей идет. Поэтому можно не покупать. И мне хочется, чтобы она это купила. Спасибо. Но если у нас есть возможность, к счастью, куда бы постучать, я даже не знаю. Но нам в жизни повезло в том плане, что можем позволить себе, понимаете? Потом, сколько мы поем, столько не живут даже. Неправда, живут. Нет, понимаешь, очень много людей, которые талантливых, ушли, наших и коллег, и друзей, уходят регулярно. Потому что у них нет такой жены. То, что у меня звучит голос, только то, что у Аллы до сих пор звучит голос, и то, что мы имеем возможность делать новый репертуар сейчас, и что прошло столько лет, и еще к нам ходят. Вот, это уже действительно. Это понимаете, здорово. Это же стимулирует настолько, что один выход на сцену – это такое счастье, знаете. Это в советское время мы были молодые, сильные, энергичные, мы пели по 40, по 50, по 90 концертов в месяц. Это один раз, но я думала, я умру. Нет, это вы больше. 29 рабочих дней мы на Дальнем Востоке спели 119 концертов. Это не можете представить? Сегодня это просто. Да, сегодня это исключено. Это исключено. Надо было зарабатывать. И то, что мы до сегодняшнего дня поем живьем,
и что не позволяем себе роскоши выйти на сцену и сделать вид, что поешь, понимаете, это очень важно. Для человека надо, чтобы он постоянно работал, постоянно что-то делал. Самое важное в браке. Что ваши, самое? Да. Терпимость, наверное. Терпимость. Наверное. Еще. Молодые люди, они сразу жалость. Начинают в стык идти. Жалость. Ведь раньше любил. Да, говорят, я тебя люблю. Раньше в Древней Руси говорили, вместо «я тебя люблю», «я тебя жалею». Это беспокойство и жалость. Это в советское время говорили, что жалость оскорбляет. Да, нет, жаль. Это ни в коем случае. Когда человека жалеет, значит, тебе что-то есть. Понимаете? Да. Я помню этот день и этот час, когда впервые я увидел вас. Увидел не во сне, а наяву. С тех пор я каждый день тем днем живу. Вы можете забыть о том, о нашем дне, другого полюбить, достойного вполне. Но я свою любовь от вас не утаю, я жду ответ любой. Я вас не тороплю. Ночную тишину и плеск весла, и лодку, что в туман река несла, и тихий разговор о пустяках, и белые цветы у вас в руках. Вы можете забыть о том, о нашем дне, другого полюбить достойного вполне. Но я свою любовь от вас не утаю, я жду ответ любой. Я вас не тороплю. Что семейное счастье? Когда что? Говорите. Ну, одним словом не скажешь. Двумя говорите. Можно поразмышлять, конечно. Mm-hmm. Для меня семейное счастье – это когда дома дочка, внук и, конечно же, мой муж, когда мы за одним столом. Для меня это большое-большое счастье. Потому что мы всю жизнь были на колесах, и дети где-то от нас восприняли эту вредную привычку. Когда мы вместе, для меня семейное счастье. А вот наше с ним счастье для меня, когда мы садимся, ты посиди со мной, он садится. Или наоборот, он что-то хочет мне сказать. И мы обсуждаем, иногда даже не наши проблемы, нет. Вот он мне может читать газету. Я хочу спать, допустим, но я даже хочу выслушать, потому что для него важно, чтобы я это отреагировала. Вот счастье в мелочах. Счастье, когда мы вместе обедаем, когда он готовит плов, очень красиво закатывает рукава и готовит этот роскошный плов, он пахнет. И обязательно он готовит огромный котел, потому что обязательно кто-то придет. Этот запах, интуицию, стакан готовит плов. Это все счастье. Счастье, когда мы очень любим ездить. Когда мы ездим, когда мы поем, когда мы вместе поем. Это счастье. Ну, а я тоже, в общем, конечно же, сейчас не очень легкая жизнь, скажем так. Для нас. И для нас, и для окружающих нелегкая жизнь. Mm-hmm. Счастье, когда вот если прочитал что-то интересное, хочется поделиться. И есть с кем поделиться. Да, и Алла читает, когда ей надо, она в таком диком восторге, я не могу, садись, я тебя должен прочитать, должна прочитать. Понимаете, это вот, видимо, вот это вот. Да мы уже срослись, о чем разговор?
И мы очень надеемся, что мы сможем отметить наш юбилей. Берегите друг друга, потому что самая страшная беда – это одиночество, когда не просто там говорят, некому будет подать чашку чая, сам возьмешь, если можешь, доползешь за чашкой чая, или кто-то тебе поможет. А самое главное – это рядом близкий, родной человек. Он тебе многое простит, и ты ему простишь. Очень многие вещи мы друг другу прощали, что говорить. И я счастлива, что мы смогли их пережить. Но зато, когда нам было сложно, когда бывает, и сейчас тоже непросто, мы вместе. Вот мы вам желаем, чтобы вы были вместе. А это зависит от вас. Делайте вместе глупости и вместе преодолевайте их. Хочется пожелать молодым особенно. Постарайтесь слышать и услышать друг друга. Конечно. Постарайтесь, чтобы вникнуть и понять, что происходит. Не отторгать от себя, а наоборот, приближать к себе. Тогда, наверное, все будет нормально. И жалейте друг друга, конечно. Жалейте. Если можно сделать подарок нашим телезрителям и исполнить хотя бы один куплет из вашего. Ну, давай недавнюю запись нашу. Ну, давай. Оскар Борисович Фельдсман написал для нас песню на стихи Гарина, Юрия Гарина. Называется она «Осенние колокола». Тональность сейчас попаду. Да, хорошо. И вот уже седая прядь годов моих награда, того, что было не отнять, что будет знать не надо. Листвы осенней канитель, простая неизбежность, но в сердце все еще апрель, и та былая нежность. Осенние колокола уже звенят со всех сторон. Осенние колокола любви прощальный перезвон. Но может быть, сегодня осень не права. Сильнее хочется любить, когда кружит листва. И сегодня их не забыли, потому что они выжили, потому что остались вместе. Потому что не предали друг друга, не изменили своему стилю. Они в сердцах людей. С вами была я, Елена Север, и программа «Семейное счастье». До свидания. Белеет ли в поле Пороша, Пороша, Пороша? Белеет ли в поле Пороша, и льгунки ливни шумят? Стоит над горою огонь.